Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Hungry Shark World. Так, награды в честь десятилетия. То есть вы хотите сказать, что этой игре уже 10 лет? Ну, это не важно, ребята. А получаем мы сегодня фарфор. Вот так вот. Выглядит хрупкой, но на деле очень сильная. Да, выглядит действительно красиво. И это я удачно начал, да, серию игр про акул. Я доволен, ребята, надо получить. Как ее получить только, а? Сегодня. А, вот, вот. Забираем. На второй день у нас пойдет какая-то там еще акула. Это что такое у нас? Мы получаем с тобой Крис 2D. Заберем. Смешно так выглядит. Так, ну что, друзья мои. Оу. Фига тут собачка. Ага, тоже есть всякие помощнички. Так, ну что. Вот такая у нас акулка. Какой-то осьминожек тут нам помогает. Можно использовать вот эту акулу. Дальше, что у нас здесь? Реактивный ранец, силовое поле. А я могу вот этот ранец? Нет, не могу использовать. Так, а что у нас тут? Купить. Ниндзя-кула. Но у меня фарфор есть, я могу использовать. Оу. Слушай, интересно, какая акула будет круче? Эту купить надо. Это у нас как бы обычная, да, получается? А это что у нас тут такое? Ну-ка, можно посмотреть. Ох, ядрить тебя на корень. Классную показали акулу сейчас в данный момент. Короче, скорость 84, укус 72, ускорение 63. Все, я понял. Так, будем использовать, да, с тобой? Да что ж такое-то, я же... А, все нормально. Все отлично. Ребят, погнали. Погнали. Так, у нас с тобой Pacific Island. Вперед, как говорится, с песней. А вы, ребят, пишите в комментариях, какую будем игру, эволюцию или World играть. А может быть и ту, и другую. И можно без хлеба. Угу. Так, что тут у нас? Твою налево, это же мой напарник, я пугаюсь его. Так, я вижу букву. Это же буква. Да, поглотить пищи. Единственное, что, ребята, эта акула, знаешь что, она очень сильно сливается с фоном, и я как бы ее немножко теряю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нормуль, мы так его захром... Иди сюда. Куда поплыл? Ой, бедолага. О, жаробасину съели. Так, сейчас, 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 ребята, ускорение очень быстро у меня заканчивается. Сейчас я попробую поймать. Кровожадная акула. Увидел, увидел, да? Опа, пеликанчика съели. Ох, еще жаробасину захрумкали. Прям вот. А нечего плавать. Сидит тут, прохлаждается. Ой, тихо, это опасная рыба. Это рыба-ерш, по-моему. Куда жир трясина? Захотел от меня. Эй, акуленок, да ты развернись, говорю тебе. Встрял там, понимаешь ли. Новый уровень. Опа, как это я тебя пропустил, а? Малыш, надо было тобой перекусить, если... Эть. Пеликанчика не успел поймать. Ладно, давай мы с тобой здесь немножко поплаваем. В глубине. Нет, наверное, надо будет поменять окраску акулы. А как? А, все, понял. Геймчик, да, у нас тут лежал. Но здесь, наверное, тоже будут. Ать, захотел чего. Правильно. Такой там. Вот тебе. Ой, требуется акула покрупнее, да? Я понял. Сейчас я эту рыбу. А этот малыш мне помогает. Ой-ой-ой, тихо. Ты видел? Конечно, ты видел. Там была какая-то большущая акула. Так, золотая лихорадка. Этих малышей можно съесть. А этот помогает мне, акуленок, все-таки, ребят. Который у меня помощничек. Он мне... Это что такое? А что ты съел? Золотая лихорадка. Вперед из песни. Акула. Едим. Всех тут захрущу. Так, что тут показано? Ого. Что-то музыка изменилась. Не к добру, друзья мои, не к добру. Интересно, я смогу съесть этого?
Нет, требуется акула покрупнее, говорят. А ну-ка. Оу, здесь затоптал. Ты посмотри, это кит, что ли? Требуется акула XXL. Не надо мне тут бомб. Ух ты, сундук. Ежедневный сундук. Оу-оу-оу-оу. Там, ребят, там голод. Дайте перекусить малька. Срочно. Есть. Слушай, а почему так голод-то быстро меня одолевает? А, ну правильно, надо. Тут же надо постоянно, ребята, хавать. А я пошел ерундой заниматься всякой, да? Вот тебе и незадача. О! Ой! Вот это круто, ребята. Вон, говорят, из этой цепочки, да? Из пищевой. Но, тем не менее, ребята, мы с вами очень хорошо сейчас побит рекорд даже. Ох ты, уровень получаем, смотри. Пятый. Угу. Акула задания. Слушай, а что это такое? Знаешь, что я хочу сделать? Я хочу поменять акулу. Вот, если честно, я хочу поменять акулу. Ух ты, Джаспер. А что он такой маленький-то, этот Джаспер? Так, мега-лихорадка. Доступно всего один... А, все, я понял, это, ребята, донат, ё-моё. Я думаю, что такое? Дайте мне поменять акулу. А можно мне ее поменять? Где-то вот, где-то ведь должно же, вот здесь, по-моему, да, меняется. Использовать. Я хочу взять... Стоп. Погоди секунду, а... Как мне поменять... Да какой снимок-то, ёт, дрён, батон. Получить сейчас. А я же не смогу ее, или смогу? Угу. Конечно, смогу. Пока не могу, ребята, я получить. И в то же время не могу понять, как мне сменить мою акулу. Вот эту вот. То есть все, что ли? Если я сделал выбор в пользу этой акулы, я поменять не смогу, да? Но ведь такого же быть не может, ребят. Выбор-то. Так, ох, ёкаламане, нифига себе. Ты посмотри, какой меха-годкула. Это, ребят, вам не шуточки. Короче, я не могу, видимо, поменять акулу, к сожалению, пока. Или я... А вот здесь у нас прокачка же идет, да? Точно, ребята. Укусик. Плюс скорость. Это мы что с тобой тратим? Это мы тратим монетки, да, заработанные. Ох, сейчас я прокачаю нашу акулочку. Максимально, ребята, прокачаю. Сейчас я буду там всех хрумкать. Все, шикарно. Так, здесь у нас что? А, вот, менять-то где? Вот, ребятушки, где менять-то? Я возьму, наверное, обычную вот эту акулу, потому что она как бы, ну, ее видно. Более-менее. Так, ну что, мы с тобой про... состязание. Для участия нужно получить акулу S или крупнее. Понял, понял. Значит, наша цель, друзья мои, наша цель — получить акулу ранга S. И после этого у нас будет... Ух, как она летит прям так, да? Ну вот, ребят, смотрите. Так, а что там показали? Это что такое? А что это за... Иди сюда, куда поплыл? Какая же у нас кровожадная акула, ребята. Давай. Всех, одно за другим. Прям, ну просто, ребята, ух. Мне нравится. Опа, я даже пеликанчика успел схавать. Представляешь? Так, я... Опа. Я типа такой неприметный плыл себе, да? Даже золотого. Ух, я могу, как видел. Тихо. Обана, обана, оба. Ты видел, как я? Так только профи могут, ребята. Жаробасин съел. Давай. Ой, там полицейские, ребята. Уходим.
Там поле... Куда ты захотел выйти на бережок? Как бы не так. Тихо. Перекат далеко. Там самолет, ребят, летит. Видишь? Слушай, а мне вполне нравится здесь. На этой... Хотел сказать, на мелководье. Ну-ка. Ага. То-то и оно. Стоит там, стреляет, понимаешь ли. У нас золотая лихорадка, ребята. Пойдем веселиться. Пока золотая лихорадка... Че это? Ух ты. Бабки. Бабки едим, прикинь. Тут крупная валюта была. Вот она, эта акула. Нет, не это. Но похоже была, да? Смотри, действительно какие-то деньги. Ого. Я даже не думал, что я их смогу, ребята, схавать. Но схавал же. Ой. Да тихо ты. Так, это кто у нас там большой такой скат? Кальмар кто-то, я не знаю. И знать не желаю. Дай тебе схавать. Меня немножко... О, ага. О, смотри, смотри. Вот это, ребят, я тут дал джазу. А знаешь, почему я, наверное, их есть могу? Потому что я, ребята, прокачался. Я прокачал себе укус. Ты это помнишь, да, прекрасно? Я прокачал себе... Ой, опять... Да какой же ты... Какой же ты проглот? Тебе сколько нужно хавчика-то? Давайте, а? Я тебе уже все дол... Все эти... Все монеты съедаем. Ай, туда не надо было. Не надо было туда, ребята. Зря. Опачки! Ты прикинь? Рыба-молот просто из-под тишка взяла меня и схавала. Да, из-под тишка, друзья мои, по-другому и не сказать. Так, акулка моя что-то радуется. Видишь, хлопает плавничками. Слушай, а мы с тобой сейчас, по-моему... Ах, чуть-чуть нам не хватает. Совсем чуть-чуть. Чтобы получить 10 уровень. А помнишь, как мы тогда с тобой... Мы получаем 10 уровень, и нам, по-моему, дается новая акула. Что такое? Вам нанесли много урона. Медуза урона. Так позволяет проглотить любую медузу. Медузоед, давай. Ну что, друзья мои, будем использовать и... Использовать. Да, я хочу использовать. Смотри-ка, тут бонус очков, мега лихорадка. Слушай, это прикольно, бесплатно. Магнит для золота. Ну тут, видимо, что-то одно, да, можно. Ну ладно, медузоед. Потому что мы с тобой, когда плавали, очень много медуз я встречал. Ну, я их не могу съесть, потому что... А, тут смотри, три усиления можно ставить. Хм. Слушай, а игруха-то прикольная, ребят. Так что, наверное, мы будем играть и в эту, и в эволюцию. Куда? Ага. Будете тут мне плавать еще, понимаешь ли? Ага, захрумкали, ребят. Так, жаробасина, куда поплыла? Блин, у нас ускорение, причем все равно быстро очень качается. Куда ты побежала? Мне же нужно перекусить тебе. Ой, рыба! Обратно, акула! Ну! Господи, успели. Фух. А что-то я так переживаю, как будто мы можем действительно с тобой погибнуть. А что ты не плывешь у меня? Скажи ко мне на милость. Давай вот это все схаваем с тобой. Пеликанчиков съели, естественно, так и надо. А что вот это вот показывает мне? Так, это я куда-то попал в бонусный, что ли, уровень, я не могу понять. А, вот, медузы, вот они. Так, неплохо я захрумкиваю, если честно. Мега золотая лихорадка, прикинь. То есть я могу вообще все хавать? Кто там забурлякал? Точно, я могу медузы есть теперь. Все. Медузы мне пока не страшны. Вот они, да? Ребята, это же они в тот раз меня кусали, эти акулы. Если я, конечно, не путаю ничего. Еще лихорадка. Бомбы. Бомбы можно же есть? Нет.
Это, наверное, когда супер-мега лихорадка, тогда бомбы можно съедать. А сейчас нет. Звуки. Кто там? И корку давит, не могу понять. Не могу, ребят, я эту рыбешку съесть. Почему такая музыка напряженная? Такое ощущение, как будто, знаешь, за мной устроили охоту. Вот такое ощущение, знаешь. А как получить мега-лихорадку? Я должен во время лихорадки, наверное, да? По-моему, где-то здесь сейчас на меня будут делать нападение. Вот они. Они же? Вот гаденыш. Это она и была, ребята, это акула. Ух ты. Сколько вкусняшки-то. А это кто? Это опять кит. Вот было бы прикольно на мега-лихорадке, ребята, съесть кита. Ага, чуть было не врезался. Ух ты! Вот они, ребята. Ты видел? Они все-таки хотели меня схавать. Но у них ничего не получилось. Так, подожди, там, по-моему, маленькая черепаха. Они хотели меня схавать, но у них ничего. Подожди-ка, подожди-ка секунду. Смотри, тут куча пеликанов. А, кстати, я же здесь не был, точно. Куда ты поплыла? Она даже там кричит: шарк, акула, акула. Вот даже как я могу, оказывается. Что он там махал руками? Не знаю, что он там махал руками. Но это ему не помогло. Так, подожди, акуленок, что с тобой не так? О-о-о, жаробас, а ты зря, наверное, сюда. Просто кормушка для меня, ребят. Иди сюда. Вопрос в следующем. А как мне отсюда... Блин, а как мне вот отсюда теперь выбраться? Ого, чисто случайно получилось как-то. Жизнь, ребята, жизнь. Кончается, голод. Я не могу понять, пеликаны эти что, меня атакуют, что ли? Что, вообще, что ли, оборзели? Летают и хотят меня... Ать! Схавали. Вот где у нас с тобой жизнь, вот там, видишь, полосочка зеленая же. Ой! А с чего они вдруг здесь делают, эти акулы? Блин, опять этот голод, ребята. Все. Токсичная перегрузка. Ну, одним словом, просто я отравился. А вот это вот что такое? А, понял. Так, ну, получаем мы с тобой уровень новый. Да. Друзья мои, максималка. Открыты новые акулы. Да неужели? Так, ну что, давай посмотрим, где у нас новая акула. Угу, это рифовая акула. Хо-хо. Так, сельдевая акула. Синяя акула. Так, акулам размера S доступен один питомец. Они получают в 3 раза больше очков во время золотой лихорадки. Можно сломать. То есть они будут съедать уже крабов, скатов и... кальмаров или кто там. Так, 3000, этот стоит 4000. 3500. Так, 4000. Проворная акула с невероятным ускорением. Слушай, ну у нее скорость, смотри, 140. Укус 106. Тут укус 140. Ух, да, друзья мои, тут надо повыбирать. Я, наверное, возьму вот эту вот. С обалденным укусом. Да, я хочу купить. Чётенько, да, друзья мои? А? Сельдевая акула радуется. Слушай, а случайно не я ли ее потом получу? Так, получить рифовая акула и синяя акула. А что это? Для того, чтобы ее получить, наверное, нужно получить следующий ранг, ребята, да?
Так, ну что, она действительно похожа на акулу. Все, четенько. Теперь бы мне, знаешь, что надо сделать? Надо получить питомца для нее. Ведь так? Дружок, стоит 20 гемов. Так, кракен. Поглощает меду. А, проглатывает медуз. А ты что делаешь? А этот почему-то ничего не делает, ребят. Ну-ка, если я вот так вот использовать. Крис 2D вообще ничего не делает, ребята. А этот проглатывает медуз. Я, наверное, возьму его. Так, тут у нас силовое поле. Лазер. То есть мы можем еще и вооружать своих акул потом. Веселый Роджер. А, это шмотка, да? Оу, тут можно еще даже вот так вот. На сегодня, да? Бонус к пище. Бесплатно. Но я так понимаю, это за рекламу. Передник шеф-повара для настоящего профессионала. Давай. Так, ну что, друзья мои, мы получили с вами передник. Будем теперь с передником ползать. Тут еще, видишь, всякие штуки можно. Ну, это круто, конечно, если вот так вот все это надевать. Ну, пока нам и передника хватит. Добро пожаловать в мир Хангрии. Выберите имя и аватар, который будет использоваться в состязаниях. Ага. Неверная акула. Вот так вот, подтвердить. Так, участвуйте в состязании, чтобы получать дополнительные деньги и гемы. Чем выше ваш ранг, тем лучше будет выигрыш. Состязание. Так, Южно-Китайское море нужно открыть. То есть я не могу пока, да, ребята? Ну, раз не могу, значит не могу. А как открыть? Что для того, чтобы открыть? Арабское море. А, не арабское, аравийское. Арабское море. Молодец, Рэй, как лепнешь тоже. Ладно, ребят. Арабское море. Ух, ё. Такая пасть. Ё. Слушай, а куда? Да, конечно. Просто затачивает одного за другим. Жирный, ты извини, нечего тут плавать. Плавает он не здесь. Опа. Сундучок. Ежедневный. А этих все-таки не могу, да? Ловить. Который с шипами. Куда, водолаз? Иди сюда. Вот они, эти акулы. Теперь мое время веселиться. Они же нас ели тогда? Ели. Теперь будем мы их поглощать одного за другим. Подожди, а это... Показалось мне, да? Слушай, ты поглощай давай этих медуз-то. Так, тут целая... Опа, целая стая. Блин, между ними тут, конечно, форсить. А этого могу съесть? Ты видел, что он делает? Ой. Ого. Уходим. Голоден. Блин, туда не хочу плыть. Мне там не нравится, там плохо кормят, ребят. А что это у нас такая за аура была сейчас? Интересная. Золотая лихорадочка. А когда золотая лихорадка, у нас ускорение бесконечное, да? Я понял. Так, тихо, тут какой-то корабль у нас подбитый. Корабль мертвецов. Ох ты! Так, а что это у нас за... Ой, куда это я, ребят? А здесь можно плавать? Мне кажется, не то, что можно, здесь нужно плавать. Ну-ка, а вниз-то как попасть? Немножко не пойму. Кто это такие-то? Ой! Ребята, это какие-то типа пираньи, что ли? Ты видел? Вот гаденыши мелкие. Так, ладно. Нам надо всплывать, наверное, с тобой.
Вот он, вот он. Мне нравится, как здесь выглядят ребята. Да что ж так толк-то, им киты. Прикольно. Жалко, кита нельзя съесть. Так бы я его захрумкал бы. Если честно. Ускорение нет, еле-еле плывем. Ой. Медузы. Да ты двигаться будешь или нет? Эту нельзя, наверное, трогать. Так, а ну-ка иди сюда. Что-то ем, ем, все ем. Поглощаем. То есть мы даже с тобой можем есть огромнейших акул. Да всех мы можем есть с тобой, да? Когда мы в золотой лихорадке. А вот здесь вот я, конечно, сейчас... Сейчас я, конечно, ребятушки... Ой! Это было, конечно, с моей стороны... Тихо! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Куда-то я, ребят, заплыл, надо нафиг отсюда сваливать. Ой-ой-ой. Давай-давай, насыщайся, насыщайся. Йоу-йоу, в жизни. Так, там мина. Я не вредитель своему здоровью. А где у нас этот-то? Где он? Да чтоб тебе, это акула. М. А, Н. Так, а что я не могу? Блин, нужна акула покрупнее, говорят. Иди сюда, жаробасина. Тихо, тихонько. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Думали... Так, подожди, тут кто-то плавает или мне показалось? Показал. А, это мой малыш плавает рядом со мной. Потом мне показалось, что кто-то... Блин, я бы, конечно... Ой, тихо, вот это вот мина. Голод уже? Да, ребята. Чего не такого? Она не такая уж большая, в отличие от меня. Но их тут две. Спасти. Давай посмотрим. Так, уровень-то получим. Да, и не один уровень мы получаем. Слушай, это я неплохо, ребят, так. Прикинь. Слушай, я даже очень рад, ребята. Мы хорошо идем. Очень хорошо идем, очень хорошо с вами. Так, что такое? Магнит для золота. Мегалихорадка. А вот эта штука, ага. Тут, видишь, можно, ребята, бесплатно получить сейчас. Ну, в принципе, зачем мне нужно, ребята, вот этот вот магнит для золота, если я практически это золото сам получаю за счет того, что съедаю там всякую мелочь, акул там и тому подобное. Конечно, вот это вот мне вообще нравится. Блин, черепах такая, а. А где... О, как-то ты, девочка, далеко заплыла без моего ведома. Я даже не пойму, как ты осмелилась-то в такие глубины занырнуть. Вот она, мелкая акулка. Так, что это мы... Сюда. Золотая лихорадка, блин, золотая лихорадка. Это, конечно, хорошо, но все равно я не могу, ребята, есть все, что мне захочется. Это только при супер-мега-золотой лихорадке. А, жиробасинка. Будет мне тут еще бегать. Мы ее съели, она еще там что-то успела... Ну-ка. Будешь знать, как сардельки кушать, лежа на кровати. Жиры свои тут трансгенные на боках отращивать. Прекрасно. Обожаю, ребят, как... О, это что такое? Это гем. Мина, 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 чуть не напоролся, ё-моё. В этой спешке просто смотришь и... Хе-хе-хе. Так, ну-ка где... Опа, акулку мы с собой
Захрумкали. Я обожаю, когда вот такие вот косяки, ребята, рыбок. Вот вообще круто. Просто замечательно. Съели. О, смотри, какой косяк здоровой рыбы. Так, а я туда не могу, да, проплыть? А эти медузы что, на меня еще сами нападают, что ли? Я не понял. Или мне сейчас показалось? Нет, они нападают на меня, прикинь. Золотая лихорадочка, лихорадочка золотая. Так, а где вот интересно мне знать вот эти вот буквы еще находить, а, друзья мои? Так, это у нас рыба-игла, если я не ошибаюсь. Я могу ошибиться. Музыка такая, да? Как в фильмах ужаса. Что-то я их, кстати, не могу по... Ох ты. Иди сюда, акула. Опа, я ее схавал, ребята. Ух ты, а тут водолаз еще. Вот так вот, будешь знать свое место. Затоптали. Слушай, я круто тут раздухарился. Так, где тут акула? Ну-ка, иди сюда. Она же... Блин, а тут требуется класса М, ребята. То есть, блин, маловат я буду, да, получается. Слушай, что вот это такое? Так, ежедневные сундуки содержат золото. Так, на первый игровой сеанс откройте карту премиум Тихого океана. Исследуйте новую область и найдите эти буквы. И что? Давай глянем. И что нам это дало-то? А-а-а, вот что. Теперь, друзья мои, я вижу, где у нас находятся буквы. Вот оно что. Так, допустим. А вот это что такое, вот это вот? Тут закрыто, типа, да? Ну, мне кажется, что мы можем, наверное, с тобой здесь... Чё ты застрял-то? Акуленок. Так, гем отдай. Золотая лихорадка. Водолаз. Так, черепаху захрумкали. Так, иди сюда. Слушай, мне что-то говорит о следующем, ну да. Во. Помнишь, нам говорили, что я мог ломать? Вот, ребята, я сломал. Я сломал. Опа. Погоди секунду, а если я гляну? Там у нас сундук, вот здесь вот где-то. Где-то вот здесь, вот он. Так, ежедневный сундук. Не понял. А... Ты хочешь сказать, что вот этот вот чертов водолаз стрельнул гарпуном и меня подбил? Ты серьезно? Жесть, друзья мои. Что-то как-то мало очков. Нет, так дело не пойдет, ребят. Так, слушай, давай мы... Хотя ничего не будем делать. Так, поехали. Интересно, а что мы, например, найдем с тобой 5 сундуков, и что нам за это будет, а? Если вот мы их все откроем. Какой-то бонус получим или что? Опа. Пока нахрустиваем здесь с тобой. Они так хрустят еще замечательно, да, ребят? Ух. Мне почему-то кажется, что вот в этой игре графика будет немножко, как тебе сказать, не то, что даже получше. Вот если сравнивать с первой, точнее с эволюцией, да, тут графика как-то, ну, более то ли прорисованная, что ли. Там она как бы немножко с мыльцой. Но это лично мое мнение, не знаю, ребят, может быть, я не прав. Ты можешь написать в комментарии, что ты думаешь по этому поводу. Какая тебе больше нравится, эволюция или вот это? Часть игры. Ну, ой-ой-ой-ой-ой, что мы тут с тобой творим? Что мы тут с тобой творим? Тут любой мегалодон, ребята, отдыхает просто. Любая пиранья.
О-о-о. Но он сам виноват. Че он тут плавал? Смотри, они тут рифы, что ли, тут ищут? Я не могу понять. Хе. Так, посмотрим, у нас... Ага, понятно. Для того... Опа. Для того, чтобы смотреть на карту, ребята, ты должен постоянно использовать рекламу. Без рекламы фиг тебе, как говорится. А не карту. Че это я тут вообще разошелся-то, не на шутку. Смотри, смотри, что творю. Смотри, что я творю. Чуть было мину не захавал. Так, гем. Гемы тут надо забирать, ребят. А дай-ка я вот этого. Блин, хотел схавать, но... Опа, водолазик. Вот такой, ребята, водолазик. Мне сейчас показалось, или какая-то акула меня решила тут бомбить. Слушай, а я ее взять даже не могу. Ой, тихо. Захавали. Нам еще немножко, да, и мы с тобой прапаемся. Ну, прапаемся я в плане того, что мы с тобой получим еще новую акулу. Новый уровень. Так, опасная акула там была внизу. Ребята, я лучше наверх. Я с ними сталкиваться не хочу. Так, вот тут вот, аккуратненько. Опять, да почему же я уже уплыл уже с той зоны? Да как она меня так быстро, ребята, вообще с одного укуса просто валит. Да посмотри на нее. Ну, ё-моё, я, ребят, я подрасту, я завалю эту акулу. Я буду их бесщадно уничтожать, ты понимаешь? А знаешь, в чем проблема-то? Я только сейчас вспомнил, ребят. Думаю, что же мы с тобой не сделали-то? А не сделали мы с тобой следующее. Что такое? Войдите, чтобы найти друзей, авторизацию. А, надо будет авторизироваться. Мы же с тобой не прокачали. У нас акула с тобой без прокачки, ты понимаешь? Так, где у нас там идут прокачки именно на... Как они называются-то? На укус, на это все. Я вот забыл, где-то делается все, е-мое. Так, использовать, да? Не здесь. Это не то. Это не то. Это не то. Вот. Вот оно где. Вот здесь же нужно все это, ребят, прокачивать. Я просто забываю все время. У меня же акула без всего идет, понимаешь? Сейчас мы с тобой прокачаем. Деньги, слава богу, у нас есть. Мы сейчас все с тобой сделаем. По максималке. И все, ребята. Есть контакт. Вот. Теперь я сейчас буду таких им давать звезделей, что они будут шуршать просто от меня. У нас сейчас по максималке укус, по максималке ускоряшка. Фига себе, прям как, знаешь, как в фильмах. Жаробасину просто глотаю, даже не переживаю. Посмотри, посмотри, что я творю. Иди сюда. Стоит, а? Куда? Мясной пир. Вот именно, что мясной пир. Мы с тобой тут... Хорошечно. Куда, куда, куда поплыл? Извиняй. Так, требуется акула М. Видел, как я пеликанов этих ничтожных. Так, это что там у нас? Показываю, да, типа, корабль внизу. Вход в локации окрестности чего? Рыба. Я не понял, чего там окрестности, но... Это ты? Блин, требуется акула М. То есть я не могу ничего сделать, да?
И этих тоже не могу съесть. Да что ж ты будешь делать-то, а? И рад бы, да, понимаешь, съесть. И не могу. Так, надо, наверное, отсюда текать, мне кажется. Надо отсюда сваливать, потому что, ну, я еще маленький. И рад бы... Вот. Вот она, эта выпендреха вылетела сейчас только что и хотела меня кусануть, ребят. Блин, мина. Опять? Что это за кристаллы такие? Я не пойму, лопаю я. Давай-ка проплывем. Так, здесь у нас что? Маленькие черепахи. О! Аквалангист тут у нас плавал. Опа! Заточили мы с тобой. Блин, ну что ж такое-то? Сколько вас? Голод. А почему голод-то? Почему, блин, голод? Я не могу понять. Потому что вот этот тут хлыщ, по ходу дела, нас подбил опять. Ребят, вот этот вот водолаз, который напал. А вот это, наверное, не надо было есть-то. Ё-моё. Так, друзья мои. Открыты новые акулы. Ну-ка, пойдем с тобой смотреть на новых акул. Какие? Песчаная акула с огромными зубами. Лисья акула рождена для скорости. Обыкновенная акула-молот. Впечатляющая универсальная акула. Так, теперь можно поедать следующие предметы. Ага. Ага, ну, а я вам что говорил? А я вам что говорил? Допляшетесь вы у меня, допляшетесь. Вот и настал тот самый момент плясать вам. Или пока нет, ребята. А почему нет? Потому что, друзья, не хватает у меня голды. Так что рано, пока мы радуемся. А почему вот эта вот акула закрыта? М? Получить рифовую акулу или синюю? Заблокировано. А почему? Эти, главное, мы получать уже можем, а вот эту нет. Интересно. Ну что, дорогие друзья, мы, наверное, с вами будем на этом закругляться на сегодняшней серии. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!